В китайском городе Куньмин открылось 8-е экспо Китая и Южной Азии. Событие собрало более 2000 экспонентов, и почти половина из них компании из Южной и Юго-Восточной Азии. Площадка включает 15 выставочных тематических павильонов, включая архитектурные технологии, обрабатывающую промышленность, зеленую энергетику и современное сельское хозяйство. Отдельный павильон посвящен кофейной индустрии, подчеркивая статус провинции Юньнань как ведущего производителя кофе в Китае. Экспо впервые было проведено в Куньмине в 2013 году, когда была выдвинута инициатива «Пояс и путь». Данная выставка помогает развитию торгово-экономических обменов. В 2023 году объем торговли между Китаем и странами Южной Азии достиг 200 миллиардов долларов, что вдвое больше, чем 10 лет назад.